помогут и с учебой, и с работой. Пострадавшим от коронавируса жители края бесплатно обучат новым профессиям. Этой программой поддержки могут воспользоваться три категории граждан. Те, кто находится на грани увольнения, стоящие на учете в службе занятости, и выпускники 2020 года. Для того, чтобы стать участником, нужно подать заявку на портале «Работа в России» или на сайте Союза WorldSkills Россия. Обучение будет длиться 2-3 недели, после чего специалист получит диплом о получении новой профессии или сертификат о повышении квалификации. Всех выпускников обещают трудоустроить. Компетенции представлены в различных сферах. Это сфера услуг, это парикмахерское искусство, это кондитерское дело, это поварское дело, это графический дизайн, это сетевое системное администрирование, экспедирование грузов, транспорт и логистика, сухое строительство-штукатурная работа. В общем, компетенций много и все в различных сферах. Данная программа для граждан абсолютно бесплатна. Она реализуется из средств резервного фонда правительства Российской Федерации.